Явление шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно, но содержание их становится совершенно бессмысленным. Родился на улице Герцена, в гастрономе номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотекарь, в народе колхозник, в магазине продавец, в экономике, дескать, необходим. Это, дескать, система в составе 120 единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете телефон океана. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотека. Ну что не воздух будет, а академик будет. Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И больше уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна планета. Величина оторванная в область дипломатии дает свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только на семью на свою. Спичка в библиотеке работает. В кинохронику ходит и зажигает в кинохронике большой лист. В библиотеке маленький лист сжигает. Огонь будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастронома на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер 22, и замещаться по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расщепиться, экономика, на экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. Потому что в эту сторону двинется вся экономика. Библиотека двинется в сторону 120 единиц, которые будут предмет укладывать на предмет. 120 единиц предмет физика. Электрическая лампочка горит от 120 кирпичей, потому что структура, так сказать, похожа у нее на кирпич. Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома. Вот конкретная дипломатия. Открытая дипломатия – то же самое. Мы берем телевизор, вставляем в Мурманский полуостров, накручиваем там все время черный хлеб. Так что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого?